Минувшие выходные кунгурские дзюдоисты вновь отличились волей к победе и стали лучшими среди соперников своих возрастных групп. На этот раз ребята под руководством своих тренеров Антона Макарова и Виктора Василкова заняли призовые места в традиционном региональном лично-командном турнире по дзюдо на призы администрации Земского собрания Куйдинского района среди юношей и девочек. Возраст участников варьировался от 10 до 14 лет. По итогам соревнований наши спортсмены завоевали почетное 3-е место в командном зачете. В личном первенстве кунгурики взяли 7 первых мест. Победителями стали Максим Шохрин, Степан Клюев, Кирилл Кугуелов, Матвей Смирнов, Матвей Юшков, Кирилл Белослуцев и Павел Мальгин. Бронзовыми призерами личного первенства стали Савелий Макаронок, Мария Смирнова и Александр Ужигов.